Всем привет, это Геннадий Котлярчук из Лос-Анджелеса, и специально для Bomber BBQ я сегодня расскажу об очень интересном мероприятии, которое проходит раз в год. Это скачки и дерби. Поэтому сегодня я покажу, как выглядят миллионеры, красивые девушки вот в таких шляпах, а как происходят дерби, и как вообще собираются место, где проводят время люди состоятельные и очень состоятельные. Так что, вперед! Привет! Ну, где на этот раз? Куда мы прискакали? Что это? Расскажи мне. Ну, когда большое количество красивых девушек в таких шляпах, с цветами, очень много лошадей тебе, я уже дал две подсказки. Так, подожди, так значит это шляпы, это значит лошади, мне мы на ферме! Мы на ферме сегодня. Да, почти. Почти на ферме. Можешь посмотреть вон там, вот очень много лошадей, которые привезли с фермы. Это же скачки, боже мой, это скачки. Естественно, если можно прийти и увидеть девушек, когда все девушки приходят вот в таких шляпах. Да, любой ивент, он всегда насыщен красивыми сексуальными девушками. В шляпах все одеваются, нарядные мужчины также одеваются, поэтому... Не, нарядные мужчины не одеваются в такие шляпы. Ну, как бы мужчины, мы как мы могли, мы сегодня приоделись. Но самое главное то, что, насколько мне известно, там сейчас вот играют в поло. Да? Да, причем поло на лошадях. Поло на лошадях, это просто невероятно. Очень классный гена-ивент, и я уверен, чем больше мы сейчас здесь будем ходить, со всеми знакомиться, общаться, тем еще интереснее все это будет. Мадо, я увидел здесь русский десант. Что девушек. Я увидел это около 10 девушек, очень красивых девушек, вот таких вот тоже шляпах, которые пошли сюда. Какое же мероприятие в Голливуде без красивых русских девушек? Ну так пойдем и их посмотрим. Ну и на лошадей, и на девушек. Мы посмотрим все и заодно подегустируем, чем здесь кормят. Да, и шляпы примерим. Пошли. Обязательно. Пошли, идем. Get in there. No, I wasn't.
Как вообще это все? Thank you, JP. I appreciate it. Mr. Jennerty, thank you. Good to see you. Do you find any other yellow? Seems like a yellow. Guess who let him light a fire? Hey, how are you? Давай еще разок. Раз, два, три. На меня. Нет, она не будет. На нее не смотри, все. Маша, everybody smile. Good. Well, welcome. Toshi. What's going on, Toshi? I'm so proud of him. You know what? My mother will be so proud. I said, is this our bourgeois? Right. You said, yeah. What about one, yeah, one for your wife? Where's a glass of champagne for your wife? Yes, thank you. Oh, thank you. Ну что, девочки, здравствуйте. Мы встретились на скачках. Что у нас здесь? Как вообще? Как настроение? Пьем шампанское. Ты куда? Ты хочешь его с собой домой забрать? Да, может, мы тебе в сумочку положим. Давай, я тебе найду сумочку, ты ее положишь. Скажи, Андрей, у тебя голова не будет болеть после него? No, I'm very experienced. Окей, хорошо. Thank you. Девчонки, насколько вы любите лошадей? Конечно, люблю. Лошадей любишь? Очень люблю лошадей, да. Отлично. Сейчас мы с вами пойдем на бар, откроем эту бутылку шампанского, выпьем по пару бокалов, и нам будет весело. Okay. Готовы? Ну, погнали. Ранечка, ты как завсегда из тех самых крутых, интересных тусовок в Голливуде. То есть, если ты посетила это мероприятие, я бы ему сразу дал бы 10-бальный балл по 10-бальной шкале, как минимум. То есть, расскажи мне, что тебя сюда привело и как тебе вообще все это происходит сегодня? Ой, ну просто замечательный мероприятие. Столько много людей. Это вообще так редко возможность одеть шляпу в LA. It's not that often. Поэтому очень стараешься прийти на такие на изысканные мероприятия. Посмотреть светский у себя, показать, разумеется. Посмотреть на красивых лошадок тоже. Там много больше. Поэтому я бы дала 8.
ты потрясающий мужчина. Скажи, что сегодня здесь происходит и зачем ты здесь? Good question. Ну, сегодня здесь праздник. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. На самом деле, давай я тебе скажу. Сегодня скачки. Сегодня играют в поло на лошадях. Я шляп. Почему? Мне сказали, что ты шляп. Потому что на такие ивенты ходят в шляпах. Все красивые наряды. Скажи мне самый главный вопрос, что ты больше любишь всего в таких мероприятиях? Я люблю неординарность мероприятий. Неординарность мероприятий. Разбавить свою рутину чем-то необычным. Я лично первый раз на скачках, и для меня это что-то такое, как из американских фильмов, отрывок. Это очень прикольно, необычно. То есть все-таки все это похоже на американские фильмы, все это очень неординарно. Это скрытая реклама цветов, потому что все девчонки любят цветы. Я люблю цветы, но я не девочка, это не важно. Все любят цветы, всем добра. Да? Да. Всем бобра. Всем бобра. Скажи мне, пожалуйста, последний вопрос, если мы оцениваем это по 10-бальной шкале, насколько тебе нравится это тебе? А с чем мы сравниваем? Мы сравниваем с ивентами, которые проходят на свежем воздухе, или мы сравниваем... Боже мой, скажи то, что это самое лучшее место, которое проходит. 10. Ну, какие 10, а как голливудские? Какие голливудские? У нас здесь есть голливудские. Понимаешь, ты видишь, вот там мужика в шеле. Он играл трансформером, он получается. Ты видишь, вот эта девушка с джинсовым платьем. Она еще нигде не играла, но она будет играть. Ты видишь эти все? Есть ты, просто да, ты привет Голливуду. Я буду играть. Или вот надпись, или рядом стоит. Я буду здесь Голливуду. Давай мы будем играть. Всем привет! Привет! Я тебя вижу постоянно, когда ты ходишь по подиуму. Потом я вижу эти фотографии, когда ты ходишь по подиуму в журналах. И теперь я тебя вижу здесь. То есть я тебя вижу только на самых интересных и крутых вечеринках. Расскажи, что тебя привело сюда и как ты смотришь, как тебе эта вечеринка вообще? Да, мне очень понравилась вечеринка. Я сегодня хост здесь. Вот, мне очень понравилось здесь, на самом деле, другая атмосфера, все в шляпах, такие все красивые, такие вот сзади парни ездят красивые, тоже статные на лошадях, и ну, Rolls-Royce, да, если да, девушки в таких шляпах, они, да, на велосипедах не приедут. You guys set yourselves up while walking, because she wants to sit still. So you guys get ready, I'll come in. Здесь такая классная атмосфера, все хорошо. Очень хорошее мероприятие. Наверное, поставлю оценку. Это по 5-бальной или по 10-бальной? По 7-бальной. По 7-бальной. По 7-бальной 5. Молодец. Дай 5. Спасибо. And Donnie, you've been I think I lost a lot. Ну что, уже заканчивается, подходит к концу, как тебе вообще? Слушай, очень крутой ивент, на самом деле, просто, Ген, я никогда не был на подобных ивентах, и мне здесь очень понравилось. Сейчас просто уже, я не знаю, эмоции меня вот просто переполняют, насколько здесь было классно. Ты готов сесть на лошадку игрокова? Я готов уже просто запрыгнуть на лошадь и поскакать куда-нибудь на следующий ивент, потому что очень много красивых людей, очень много дорогих красивых людей, там, в смысле, девушек в вот этих шляпах, вот красивые с вот этими девушки, цветами. В шляпах, цветы вот эти, отовсюду просто цветы, живые цветы, музыка. Живые девушки, музыка, алкоголь, лошади, все красиво, Ген. Ну, хорошо, тогда, можно сказать, этот ивент закрыт, и нам будет посмотреть, что у нас на списке следующее. Да, смотрим, что у нас на списке следующее, и двигаемся далее. Да. Шляп.